Друзья, всем привет! Меня зовут Валерия Салманова, и я являюсь партнером компании «Армель». Сегодня я хочу с вами поделиться своими впечатлениями о основном продукте компании – это духи. У меня имеются два флакона духов, лично моих. Первый флакон, первый, который я себе приобрела, это номер 135. Сделаю акцент на том, что вся наша парфюмерия, она номерная, и вот в таких одинаковых унифицированных флаконах. 135 номер – это эквивалент духов Lancôme Гипноз. Очень классный аромат. Я, когда его открыла первый раз, я была просто в восторге от него. Это больше вечерний аромат, поскольку днем его использовать не будешь, такой более тяжелый. Ну, еще раз скажу, что вечерний. Второй флакон у меня — это флакон номер 102. 102 — это эквивалент Кошарель Амор Амор. Когда я купила себе 102 духи, то я была от них просто в таком восторге. Они мне настолько понравились, да, еще больше даже, чем первый флакон, который я себе купила, 135-й. Он мне настолько понравился, что я даже вещи своим побрызгала у себя на полочке в шкафу. Прям вообще обалденный аромат. Он тоже относится к группе вечерних ароматов, тоже тяжелый. От вас будет идти шлейф. Очень хороший шлейф, приятный шлейф. Не за несколько метров до вас, не несколько метров после вас. А именно человек, когда будет стоять рядом с вами, будет с вами разговаривать, он будет слышать этот аромат на вас. То есть это очень хорошо. Я рада, что я сейчас в компании «Армель». Я рада, что у меня есть возможность, отличная возможность покупать ароматы, эквиваленты брендовых ароматов по очень доступной цене. Честно, я бы, даже если бы мне понравился аромат, я бы не хотела бы 3-4-5 тысяч выкладывать в магазине за 50 миллилитров флакон. В общем, какие же мои впечатления в итоге? Я очень-очень-очень рада. Друзья, покупайте, не пожалеете. Продукция очень шикарная, очень. Всего доброго, всем пока!